Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with... В цепочке озер, осуществлявших круговорот воды, потребляемой станцией, самым красивым считалось четвертое. Здесь мы собирались в компании, здесь чаще всего были наши купания. Из четвертого вода поступала в так называемую канавку. Вот на берегу этой канавки была воздвигнута некая лаборатория для изучения рыб, подводных обитателей наших озер. Именно здесь трудился мой лучший товарищ детства, Виктор Минц, по кличке Вихон, поэт. Раскат импровизации нес ночь, пламя, гром пожарных бочек, бульвар под ливнем, стук колес, жизнь улиц, участь одиночек. Вихон без устали читал и писал стихи. Он сумел издать несколько маленьких книжечек своих стихов. Поэзия его своеобразна, совсем нетрадиционна. Конечно, ему не хватало высокой профессиональной культуры, творческого общения с другими поэтами. А иначе, бог знает, может быть, Вихон открыл бы новый век в поэзии. Ну, серебряный уже был, а, скажем, бронзовый. Это место раньше называли больничный поселок. Здесь так же, как и сейчас, стояли больничные отделения, и было три жилых деревянных дома. Вот здесь и прошло мое детство. Нас было пятеро пацанов. Старший по кличке Яныч. Он имел польские корни и очень гордился этим. Имел успехи и в музыке, и в рисовании, интересовался географией, астрономией. Но из этого ни одно не стало его профессией. Уже взрослым Яныч отличался гостеприимством и радушием и никогда не был злопамятен. Но, как всякий поляк, не отличался постоянством. А что такое крепкая дружба, он не понимал вообще. Однако всегда был честен и верен нашим традициям. Вторым был Лев. Серьезен, рационален, но часто и насмешлив. Он окончил железнодорожный институт и в дальнейшем ездил по разным точкам нашего обширного государства в поисках интересов производственных и личных. Но сейчас его уже нет. Третий – это вот как раз Вихон, поэт, и этим все сказано. В нем искренность, честность, беспредельная любовь и преданность поэзии. Пускай я умру под забором, как пес, пусть жизнь меня в землю втоптала, я знаю, то Бог меня снегом занес, то буря меня целовала. Он читал и писал стихи с раннего детства и до конца своей жизни. Ты умер, как и многие, без шума, но с твердостью таинственной думы еще блуждала на лице твоем, когда глаза сомкнулись вечным сном. И то, что ты сказал перед кончиной, и слушавших не понял ни единый. Видимо, так Лермонтов сказал бы о нем, если бы они были ровесники. И самый молодой из нас – Володя, человек эрудит, очень начитанный, насыщенный разнообразными знаниями, с великолепной памятью. Человек исключительной порядочности и культуры, с интеллигентными манерами, но и оригинал. С ним встречаться, беседовать всегда было очень интересно.
Но когда я уходил, то, как простой обыватель, почему-то думал, что разговаривал с умнейшим человеком, но середины XIX века. Этак можно подумать каким-нибудь Писаревым, а то и с Белинским. Ну, а я в 59-м окончательно перебрался в Москву, так с тех пор там и живу. Ну, ты вокзал, надо уезжать. Сейчас конец лета, а мне уже 80. Приду ли я сюда следующим летом, не знаю. Но лето в Электрогорск придет. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall it be a sin if I can't